Всем приветики. Купила себе такие вот заглушки для ноутбука. Для всех слотов ноутбука резиновые. Пришли в таком вот пакетике. Здесь, правда, все на китайском. Ничего не понятно. Ну, вот написано, единственное, что Notebook Protection Expert. То есть, защита ноутбука. Notebook Protection. Вот, как они открываются. Наверное, рвется вот эта штука, да. Рвется эта штука. Таким вот образом. И там внутри, я так понимаю, zip-пакет. То есть с застежкой. Блин, не открывается. Так, да, zip-пакет. Но оно чувствовалось по вот этой штуке. Все, там вроде больше ничего нету. Но можно на всякий случай проверить. Да, ничего нет. Итак, у нас что есть? Две заглушки для Не, надо их на что-то положить сейчас. Вот, вот так вот будет лучше. Две заглушки для микрофона и наушников. Затем заглушка для... Интересно, оно подписано или нет? Подписано. BBS. Почему оно такое мягенькое прям вообще? Заглушка для аудиопорта. Жалко, что их мало. Хотелось бы таких вот, чтобы таких отдельно штук 10 купить, чтобы на все свои плееры, там на всякую ерунду. Но отдельно не продаются. Это для чего? А, нет, здесь просто BBS. Везде, что ли, написано BBS. Так, а это? Здесь USB, ну это понятно. Из того, что понятно, вот это для аудиопортов, это для... USB-шника. Что это? Что это? Это тоже для USB-шника. Это... Опять BBS. Что за BBS? Я вообще не знаю. И здесь тоже BBS. Короче, ничего не понятно. По ходу дела будем разбираться. Такая вот заглушечка для чего-то. Это мы смотрели, эти мы тоже смотрели. Так, это что-то такое непонятное. Я даже не знаю, есть ли у меня все такие порты. Мне кажется, мне меньше на ноуте портов. Такая вот штука. Не такая. Сейчас надо ноут перенести. Ну, а вот ноутбук. В итоге получается, что... Не, я его сейчас закрою лучше, наверное. Чтобы он не мешал. Так. Как-то он плохо закрывается. Так, все, закрылся. Итак, ну это понятно. Для аудиопортов вот эти заглушки. Одна заглушка. Так, блин, что-то на ней не хочет залазить. А во, зашло, причем хорошо зашло. То, что реально так-то в него пыль летит. А благодаря этим заглушкам что-то в микрофонный вход не хочет вставляться. Видимо, аудио для наушников часто используется, а для микрофона вообще не используется, поэтому она не хочет. Сюда для CD-карты или что это такое. Я так понимаю, вот это, да? Оно как раз по размеру подходит. Хотя,
Она сюда не хочет залазить почему-то. Может, я не той стороны встал. Хотя она одинаковая, в принципе. Так-то. Просто я ее хочу полностью туда воткнуть. А, наверное, полностью не надо. Может, надо так просто. Ну, блин. Короче, оно вот так должно закрываться. Вот как здесь оно зашло в начале. Ну, то есть, вот в начале оно вот зашло. А вот здесь вот что-то не хочет. Хотя, мне кажется, оно должно заходить. Ну, в общем, как-то так вот. Зашло. Но плохо зашло на самом деле. Как-то так некачественно сделано. Некачественно сделано. Ну-ка. Так, другой вопрос. Как потом доставать вот это? Да я так загнал. В общем, она отсюда. Она сюда плохо залазит. Так, для ее USB-шников. У нас их три. Вот, в аудиоразъем хорошо зашло. Вот, оно и нормально достается, и нормально вставляется. Ну, немножко туговато, конечно. Да, туговато, но вставляется легко. Ну, не то чтобы, блин. В общем, оно правильно туда входит и нормально достается. А вот первый, крайний, самый не очень. Вот я вставил, но они сюда нормально так вставляются, нормально достаются и торчат так вот слегка, то есть их можно и достать. В то время, как вот эта вот штука, она туда вошла, но так жестко, что она туда, что не достанешь. Я USB-шника сколько? Два у нас разъема или все-таки три? Нет, три. Три у нас штуки для USB-шника. Норм, кстати. Ну вот, и нормально уже все разъемы, можно сказать, закрыты. Нормально. Так, сюда, я так понимаю, вот эта штука, наверное. Вот сюда. Вставляется. Так вот, типа заглушка. Так. Это какой-то видеоразъем. Она, кстати, мягенькая, мягенькая, мягенькая. И надевается как раз таки таким вот образом. Блин, вообще нормально. Я всю сторону закрыл. Все заглушками. Вот здесь порт, здесь порт, здесь порт. Здесь, здесь. Причем их три. В некоторых ноутбуках два USB-шника. У меня три. И здесь все рассчитано на три штуки. То есть вот оно, все закрыто. Правда, оно немножко некачественное. Ну, в том плане, что оно вот здесь нормально зашло, здесь нормально. На USB-шниках нормально, на аудио, а вот здесь. Я так ее вогнал. Оно входить не хотело, а сейчас я так вогнал, что достать нереально просто будет. Но все равно я не пользуюсь, в принципе, оно не надо, но при желании. Ну, это же резинка, ее можно достать. И, наверное, с той стороны еще есть какие-то разъемы. Сзади нету ничего сейчас у нас, да? Ничего такого нету. А вот с этой стороны есть какие-то разъемы. А, причем, мне кажется, это, наверное, для вот этого. Вот эта вот штука, не? Или все-таки для той стороны? Ну-ка. Не, сюда оно не залазит. Значит, все-таки для этой стороны. Да, это для этого. Вот она. Как получилось, это здесь. Это все здесь. А это все здесь. И здесь вот оно так вот смотрится. Да, а с той стороны, с этой. Ой, ну у меня еще остались какие-то штуки. Может, типа для
Здесь еще есть для одного USB-шника, для четвертого. У меня четвертого нету. Есть такая штука. И я тоже не знаю, куда ее вставить. У меня ничего такого разъема похожего нету. Так-то я могу, конечно, глянуть на предмет еще каких-то разъемов. Но у меня их реально нету. У меня еще один разъем, это для питания. Но питание по-любому всегда подключено, иначе ноут работать не будет. Еще один разъем для... Ну, типа, как похоже на кабель сетевой, но он вроде бы сюда вставляется. Так. Это я не знаю для чего. И для этого, кстати, разъема нету. Я не знаю, что сюда вставляется. А здесь... Я не знаю, что здесь. Вот эту штуку можно так примостить. Но она сюда не особо подходит, на самом деле. Ну, можно, в принципе, и так примостить ее, да. Сюда, здесь так, здесь сюда всегда провод подключен, а сюда я не знаю, что вставляется, и для этого заглушки нет. И в итоге получается, теперь у меня лишняя заглушка для USB-шника четвертого, которого у меня нет, а у некоторых ноутов бывает. И еще лишние заглушки. Я не знаю, для чего такого слота у меня нету. Такого слота у меня нету. И такого тоже. А, хотя это два одинаковых. Еще двух таких слотов у меня нету. Ну, то есть я, наверное, для более крутых ноутбуков, для которых, в которых есть больше разъемов. Но у меня вот оно, все, что есть. Вот. Переходим сюда, и здесь все заглушено. Вот. Ну, теперь получше стало. Теперь точно пылиться, грязница не будет. Такие вот дела, лол. Я для всего заглушки покупаю защиты. Не, ну а что, так удобнее и лучше. И техника дольше проживет. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедово.